أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تهوى وهام. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. В этой серии мы поговорим о величии ада и о том, насколько он глубок, а также о строениях в раю и райских дворцах. Начнем с адского огня и его размера. Абдулла ибн Аббас, как пришло в Сахихе аль-Бухари, рассказывает, когда было солнечное затмение, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершил намаз, после чего сказал: «Мне было показано пламя ада, и я никогда не видел более ужасного зрелища. О Аллах! Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увидел огонь и сказал: «Нет зрелища ужаснее, чем вид адского огня. Я прошу Аллаха защитить нас с вами даже просто от того, чтобы увидеть этот огонь. Это отвратительное зрелище, пугающее зрелище, наводящее ужас». Чтобы ты представил себе величину адского пламени и того, насколько устрашающий его вид, подумай о том, как его приведут в день воскресения, как люди увидят его в судный день. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Муслима, в день воскресения приведут гиенну, у которой 70 тысяч поводьев. Представь себе 70 тысяч поводьев, и как ее волочат эти 70 тысяч. Представь. А за каждый повод, как говорит пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ее будут волочить 70 тысяч ангелов. 70 тысяч ангелов. О Аллах! 70 тысяч ангелов. Сколько всего ангелов получается? 70 тысяч на 70 тысяч. Посчитай. Возьми калькулятор и умножь. Посмотри. У тебя получится 4 миллиарда 900 миллионов. Таким будет количество ангелов, которые будут волочить ад в день воскресения. 4 миллиарда 900 миллионов. Если считать, что на Земле живет 7 миллиардов человек, получается, что это количество составляет 70% из них. 70% жителей Земли. Представь, что собрались эти 70%, 4 миллиарда 900 миллионов человек, и тянут что-то одно. Собрались в одном месте и волочат это. А что сказать, если эти 4 миллиарда и 900 миллионов будут ангелами, а не людьми? Ангелы сильнее и мощнее людей. Так что тогда можно подумать о размере ада и о силе адского пламени? Только представь себе этот размер. И я прошу Аллаха Святого Велик защитить нас от адского пламени. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. Дно ада очень глубокое. Абу Хурейра говорит, как об этом приводится в Сахихе Муслима: «Клянусь тем, в чьей длани душа Абу Хурейры, поистине до дна гиены 70 осеней». О Аллах! 70 осеней. То есть расстояние до дна составляет 70 лет. О Аллах! Раз мы говорим об аде, о его длине и о 70 годах, давайте упомянем и этот хадис. Это благая весть, и мы можем практиковать ее в жизни. Ты можешь претворить это в жизнь, чтобы это были не просто слова в теории. Мы можем сделать одну полезную вещь, которая отдалит нас от огня и от адского дна. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в хадисе из Сахиха Муслима: «Какой бы раб ни постился на пути Аллаха один день, на пути Аллаха, желая достичь довольства Аллаха, какой бы раб ни постился день на пути Аллаха, за этот день Аллах отдалит его лицо от огня на расстояние 70 лет. Аллах Свят и Велик из-за этого дня отдалит тебя от ада на 70 лет». Также
Сподвижники рассказывали, что они были с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. И этот хадис находится в Сахихе Муслима. И внезапно они услышали какой-то звук. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Знаете ли вы, что это?» Они ответили: «Аллах и его посланник знают лучше». И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это камень. Его бросили в ад 70 лет назад. Этот камень был брошен в ад более 70 лет назад». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «И он падал там до сих пор, пока не достиг дна ада». О Аллах! 70 лет он падал в ад, и только сейчас достиг его дна. Видел ли ты, насколько глубок ад? Каково расстояние до его дна? Он огромен. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Поистине раб», и этот хадис находится в Сахихе Муслима, «поистине раб Аллаха может произнести что-либо, и из-за этого слова он опустится в пламя ада на расстояние, которое будет больше расстояния между Востоком и Западом». Посмотри на это расстояние. Ты видел Восток и Запад? Он опустится вниз на еще большее расстояние. Как мы уже сказали, ниже, на расстояние 70 лет. Так что будь осторожен в своих словах. Не произноси слова, из-за которых будешь падать в огонь, как об этом сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Давайте будем поститься дни ради Аллаха, не просто один день на пути Аллаха, как об этом пришло в хадисе. И все это огромное расстояние до дна, до которого 70 лет заполнится. Аллах, Святун и Велик, говорит: «В тот день мы скажем Гиенне: заполнилась ли ты?» Она скажет: «Нет ли добавки?» Аллах, Святун и Велик, заполнит этот ад людьми, которые ослушались Его и не уверовали в Него. И я прошу Всевышнего Аллаха не сделать нас из числа тех, кто заполнит собой это адское пламя. Давайте поговорим о строениях в раю. В Сахихе аль-Бухари приводится, что Джибриль сказал пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Он возвестил ему о доме Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Джибриль сказал: «Передай ей салам от ее Господа и от меня, и обрадуй ее домом в раю из Касаба». Что значит «из Касаба»? То есть из жемчужины, из полой жемчужины. Такой дом в раю, представь его себе. И в раю находится то, что не видели глаза, не слышали уши и что не приходило на ум человеку. Дом из полой жемчужины. В нем не будет ни шума, никто не будет мешать, не будет криков, не будет злобы, ничего такого не будет. В нем не будет ни шума, ни усталости, не будет усталости, скуки. Не будет никаких недостатков или дефектов. Это один из домов в раю. Я прошу Аллаха, Святун и Велик, наделить нас домом в раю. В Сахихе Муслима приводится, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, спросил Ибн Суаида: «Какая в раю почва?» «Земля». «Видел ли ты эту землю?» «В раю земля другая». «Не как у нас». «Какая почва в раю?» И он ответил: «Белая, как мука, и благоухающая, как чистый мускус, о Абуль-Касим». И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Ты сказал правду. Мускус. Представь это себе. Представь, что почва в раю из мускуса. Каким будет аромат? И как это будет выглядеть? Белая земля. Это то, что касается цвета. Как белая, чистая мука. И цвет земли в раю чистый и белый. О Аллах! Видел ли ты такое?» Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Аль-Бухари, о том, что Аллах подготовил для богобоязненных, для обитателей рая, два сада из серебра, где серебряные сосуды и все остальное. И еще два сада из золота, где золотые сосуды и все, что в них. Представь это себе. Здание, сам дворец, мебель, посуда, вообще все из серебра и также все из золота. Человеку может достаться, например, здание из серебра, здание из золота. Говорили, что кому-то могут дать и то, что из серебра, и из золота, как приводится в этом хадисе. О Аллах! Можешь себе это представить? Все из золота. И все из серебра. А не из булыжников, не из кирпичей и не из камней. Таков рай. Так давайте работать на рай. Представь, если бы было место на земле, которое освещало бы всю землю, чтобы землю никогда не покрывала тьма из-за этого места, которое все освещает.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Аль-Бухари, что рукн и макам — это два из драгоценных камней рая. Аллах погасил их свет. И если бы Он не погасил их свет, то они бы осветили собой все, что между Востоком и Западом. Если бы Аллах не погасил свет этих двух драгоценных камней, рукна и макама, они бы осветили собой всю землю. И на земле не было бы тьмы. О Аллах! Это всего два драгоценных камня рая. Так представь, как будет там, в этом раю. Поговорим о райских дворцах. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Аль-Бухари. «Мне приснилось, что я вошел в рай, где увидел Ар-Румейсу, жену Абу-Тальхи. Потом я услышал звук чьих-то шагов и спросил, кто это? Мне ответили, это Биляль. Потом я увидел дворец. Во дворце находилась какая-то девушка. Я спросил, кому принадлежит этот дворец? Мне ответили, Умару. Я захотел зайти внутрь и посмотреть на него, но потом вспомнил о твоей ревности. Умар сказал, да будут мои родители выкупом за тебя, о посланник Аллаха. Могу ли я ревновать, когда речь идет о тебе?» Этот хадис показывает, что в раю есть дворцы. Дворец, у которого есть двор, а во дворе девушка. Что может быть лучше этого? Мы в этом мире. Кто-то может провести долгие годы своей жизни, возможно, до тех пор, когда ему исполнится 40 или 50 лет. А он служащий. С 20 лет он работает, собирает, откладывает деньги. И все ради чего? Чтобы просто купить себе дом. Чтобы иметь возможность купить землю, построить на ней дом или купить уже готовый дом. Таковы цели у большинства людей, у многих людей. Дома стали дорогими, земли дорогие. Люди не могут купить дом, не могут владеть домом. Даже когда кто-то приобретает квартиру, он так радуется, что это его собственность. «У меня есть недвижимость, квартира с несколькими комнатами». Или если он владеет домом, его счастье, конечно, возрастает. «Я владею домом, большим домом, просторным домом. Это мой дом, не чей-то, я ни у кого не снимаю». Нет, он моя собственность. Что будет, если кто-то завладеет дворцом в этом мире, большим дворцом? Он будет радоваться ему, будет счастлив. Большой двор, большие комнаты, прекрасный, шикарный дом. Так что можно сказать о райских дворцах и вечной жизни, в которой нет ни смерти, ни болезни? Ты никогда не выйдешь из рая, не должен будешь покинуть этот дворец. Не надо ничего снимать у арендаторов, ничего такого. Дворец не похожий на дворцы этого мира. Один из величайших дворцов, потому что в этой жизни ты не видел таких дворцов. Ведь в раю находится то, что не видели глаза, не слышали уши и то, что не приходило на ум человека. Представь, что ты живешь в этих дворцах, ходишь по этому дворцу, проходишь с одной комнаты в другую, и все это принадлежит тебе. Это предназначено богобоязненным, благочестивым людям, которые работали на этот день. Они вкладывались ради того, чтобы получить такие дворцы в раю. Есть люди, которые вкладываются, чтобы получить дворцы или дома только в этом мире, и забывают о более важных вкладах, которые важнее. Твой дом в Дунии 70 лет, 50 лет, и ты умрешь, и он достанется кому-то другому. А твой дом в раю, твой дворец в раю, ты никогда не оставишь его и не потеряешь. Хорошо, райские дворцы. Какой у них размер? Я не скажу тебе размер райских дворцов. Я расскажу тебе о шатре в раю. Какого он размера? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится в Сахихе Муслима. «Поистине у верующего в раю будет шатер из целой полой жемчужины». Это один шатер, вздымающийся к небу на высоту 60 миль. 60 миль, представь это себе. И будут в ней вместе с верующими члены его семьи, которых он будет обходить. А они не будут видеть друг друга. Видел такое? И это всего лишь шатер. Что тогда можно сказать о дворцах в раю? О домах, которые находятся в раю? Я прошу Аллаха, Святой и Велик, даровать нам дворцы в раю и дома в раю. И когда кто-то вкладывается в своей жизни в благие дела, это будет настоящий вклад, посредством которого можно добиться этих дворцов, этих шатров и домов, владение которыми будет вечным. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, и в этом хадисе содержится инвестиция. Задумайся о нем и попробуй на самом деле постоянно исполнять его и соблюдать. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Муслима, тому, кто совершит 12 ракаатов ради Аллаха, дополнительный, необязательный фард, тому Аллах построит дом в раю. Дом в раю, когда ты соблюдаешь эти сунны раватиб. 12 ракаатов, 2 до фаджра, 4 до зухра, до 4 ракаатов фарда, 2 до фаджра, 4 до зухра, 2 после зухра,
два после Магриба и два после Анша. Так пусть же человек совершает больше благих дел, чтобы получить эти возвышенные райские степени. Я прошу Аллаха, Свят Он и Велик, сделать всех нас из тех, кто будет владеть в раю дворцами. В следующей серии мы с соизволения Аллаха поговорим о степенях рая. В раю есть степени. Рай — это не одна степень. Также мы поговорим о ступенях ада, поговорим о райских стражах и о стражах в аду. На этом все, и Аллах знает лучше, и да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا